чё-то не понял. Какого фига у меня сейчас серый экран? А, вот, теперь все нормально. Нужно было перезапустить. Что за фигня? Ладно, сыграю еще один матч и хватит стрима. Такой тестовый, думаю, закончим. Элис Хаус. Погнали! А, матч закончился. Охренеть. Класс. Только хотел зайти в свой любимый режим. О, у меня опыта как раз осталось до какого-то нового уровня, не знаю какого. Да, новобранца 5, наверное. Типа 5 уровень будет. Ну, я думаю, что это будет 5 уровень. На самом деле, хрен поймешь, что здесь за приколы. О, погнали. Сразу кого-то выбрали. Бежим! С нами церемониться не будут. Какой-то дом. Я на этой карте еще не играл вообще ни разу. Точнее, этой карты не было 2 года назад. Так, он с бейсбольной битой. Я не люблю бейсбольные биты. Да какого? Сука! Как? Какого ж черта? Самый эффективный способ тут его запушить. Где эта сволочь? Иди сюда. Ха, скинули! Так, где этот чувак? Там где-то, ну его нафиг. Я не знал, что здесь второй этаж есть. А, о, это быстро. Так. Пишет этот иностранный язык. Инопланетный прям. Выкидываем его. Да, музычка тащит просто. Где эта скотина? Надо его найти. Да нет, 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 что ты делаешь? Ой, я ищу цель, твою мать. Бежать. Твою мать, беги! Беги! Я хочу жить! Поиграем в игрушки чуть-чуть. Сколько у меня стамины хватит. Ой, свои, блин. Фу! Бежим! Бежим! Я сказал, бежим, насрать, что стамины нет. Черт. Сука! Нашел. Черт. Ай, блин. Ай,
О боже. Сколько времени? 26 минут! Не, я столько не вынесу, ребят, это слишком много. Я не хочу столько играть. Я туда не залезть никак. Надо с ним посражаться немного. Он бежит. Бежим! Зря я это сделал. О, все, если зажали, то это жопа. Когда зажимают, то уже бесполезно чизу сопротивляться. Это просто уже начинается пипец избиение ребенка. Просто все тупо становятся в ряд и начинают забивать. Вот так вот и реально убить Чейзера, а так... А так нереально. Бьем, 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 бьем. Сейчас так и забьем, реально. Ха, выкинули. Ее отымели. О, нет! Не сильно-то люблю быть этим чувачком. Сука! Быстро! Очень даже быстро, я бы сказал. Да. Так. Ударил и убежал. Правильно сделал. Лучший способ познакомиться. Че он тупит там? Что здесь происходит, вообще не понимаю. Ладно, пока вы это срать их хуйней. Я зайду на этап и посмотрю. Нет ли сейчас серого экрана, то меня, если честно, очень напрягает даже. Так. Па-па-ра-па-па-па. Что здесь происходит? Нет, серого экрана нет, нормально все. Что происходит? Лаги? Да, можно разрушать предметы декора. Four, three, two, one. Go. Next round will be started. Я не понимаю, что тут происходит. Так, самое время посмотреть, сколько прошло времени трансляции. Чтобы точно знать, выключать или уже... Выключать уже или еще хватит? Ну еще вот можно минуток 5 поиграть. Не знаю, ну в принципе вроде все. Настроил. Можно теперь стримить нормально. Что-то ящик какой-то не разломающий. Не ломающийся.
Александр какой-то. Что за фигня происходит? Если честно, мне не особо прикалывают вот такие вот игроки, которые начинают откровенно стоять и ничего не делать и выпендриваться. Типа вот какой, смотрите, я крутой. А, кстати. Задание стенка от стенки. Не работает. О, тут еще есть проход. В общем, какая-то фигня. А не игрок. Страдает херней. Довольно опасная женщина сейчас будет нас валить. Ну, я надеюсь, что она опасная. А не будет страдать фигней. Как, впрочем, и остальные. Не знаю, что-то они все страдают фигней. Сейчас я забыл, как эти эмоции делать уже. А, во. На Е. На Е эмоции. На Q это... Ага, на Q это говорить. Атак! Посидим, попьем чайку. Короче, страдаю херней, как я вижу здесь. Можно, кстати, заценить, что у нас там. Типа как вдалеке. Но у нас тут обычная нарисованная текстура. Квадратная, как я вижу. То есть, вот линия квадрата, вон линия квадрата. Не квадратная, а пятиугольная, скорее всего. Но суть в том, что это не 3D-модельки, а текстуры. Ну да, зачем рисовать модель, если можно картинку одну большую сделать, объемную. Логично. Очень логично. Короче, херня какая-то тут происходит. Я вот сейчас буду заканчивать стрим. Потому что здесь все равно ничего интересного уже не происходит. С таких комнат сразу надо выходить. Потому что здесь толком не поиграть. Начинается фигня. О, она как-то туда зашла. Ну ладно. Хватит. Страдать херней, скажем так. Тем более там на 20 минут матч. В принципе, все со стримом. Не знаю. Буду еще, возможно, стримить, и записи не будет. А вообще, кому это сейчас говорю? Все равно толком и никто не смотрит. Я, можно сказать, больше для себя делал проверку стрима. Работает ли это все, не работает. Вот как видите, все работает. Нормально. Конечно, был большой серый экран, я не знаю из-за чего. Вроде нормально теперь все. Конечно, только какая-то фиговая. А, нет, все нормально с качеством. Ну ладно, все. Отключаем стрим. Так сказать, отключаем свет. Спасибо всем, кто вообще его хоть смотрел, там, не знаю. Буду пытаться его почаще устраивать. Ну и все.